Ход капитального ремонта оценили на прошедшей встрече в администрации городского округа Истра. В начале этого года распрощались с предыдущим недобросовестным подрядчиком. В настоящее время благоустройством домов в округе по двум контрактам занимается строительная компания ООО «Стиль-1». Ее представители и выступили с отчетом о производимых работах. У нас по 1462 порядка 70 позиций, и по 1499 у нас 170 позиций. 34 дома. По 1462 – 21 дом. Строительные бригады уже завершили работы по четырем адресам и сейчас трудятся еще на трех локациях. Румянцева, улица Школьная, 55, Дедовск, улица Спортивная, 1, Истра, Ленина, 1. В ближайшее время планируют выйти еще на 10 адресов, но один из них проблематичный. Босова, 8, такое многострадальное, у нас там электричество. Общались с энергетиками, по-моему, позавчера. Вот, нашли сделанный городом проект по электричеству от 2008 года, но проект требует корректировки. Подождите, у вас есть контракт, у вас есть четкое понимание, как вы этот дом делаете. Еще здесь проект, который там много лет назад, который надо подкорректировать. Я не понимаю, что за шаг, который вы сейчас загадываете. Объясню. У нас контракт, вот это 1499, состоит из домов потеряшек. Это так называемые дома, которые в разные года не сделали по тем или иным причинам. Где-то не было кода, где-то не было какого-то предусмотренного вида работ. Эти все адреса собрали в один контракт 1499, его разыграли, его выиграли мы. Но ситуация, она как бы не меняется. Мы сейчас по вашему же распоряжению подходим к каждому к такому дому индивидуально. Вместе с управляющей компанией, вместе с жителями. Вопрос-то в чем? Вы сейчас имеете контракт на конкретную сумму, правильно? Так. Если вы сейчас, ну как пример, берете проект 2008 года, который, наверное, полный проект. Конечно. И проект. У вас цифра-то, она совпадает с той цифрой, нет, которую вы... Нет. Так, и что мы делаем? Ну, опять же, с вашей, как говорится, легкой руки, мы будем потом соберемся, когда будет решение, мы посмотрим, что у нас есть именно по видам работ. Там нужно дополнительно, допустим, пробрасывать еще одну трубу, чтобы делать обвеску кабеля. Там нужно уменьшать количество шкафов. У нас, к сожалению, нету в контракте этих видов работ. Как это будем решать так же, как мы и решаем по... другим домам, с управляющими компаниями вашими. Либо надо отказаться от этой работы, да, там быстро, либо надо начинать эту работу. То есть... я вас понял. Если мы будем отказываться от этих вещей, но у нас будет падение по контракту. У фонда есть тоже своя статистика. То есть контракт разыграли, его нужно выполнять. Истра, вот еще раз говорю, у меня от руководства компании стоит, что Истру мы должны сделать в лучшем виде. Это прям без бахвальства, два всего слышно. Этим мы и занимаемся. Вот прям именно этим и занимаемся. И там, где не выйти, такого у нас нет. Глава округа попросил подрядчика к следующему совещанию распределить план производства на имеющихся 100 рабочих, из которых на данный день задействованы лишь 20, и определить по каждому дому график выхода и окончания работ. Алена Кудырко, Антон Елизаров, Истра РФ.